В поселке Майский Черепановского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Теперь медицинская помощь для жителей села в шаговой доступности. Раньше, чтобы проконсультироваться с врачом или вызвать доктора на дом, они обращались в районную больницу за несколько километров от дома. Тему продолжит Екатерина Широкова. Осмотреть новые кабинеты, побеседовать с врачами и оценить качество обслуживания жители Майского пришли семьями. Раньше, чтобы получить медпомощь, нужно было ехать в райцентр в Черепаново. Очень много маленьких детей, очень много пожилых. Да, не каждый при болезни, даже этот грипп, который нас постоянно мучает, не каждый же может доехать до района. Пункт оснащен всем необходимым, как для экстренной помощи, так и для лабораторных исследований. Можно проверить кровь на сахар, поставить ребенку прививку и пройти первичный осмотр фельдшера. Но главное – оборудование для неотложной помощи. Кардиотесты проводить по строгим показаниям. Для в случаях оказания неотложной реанимационной помощи есть дефибриллятор. Это новое оборудование. У нас раньше такого не было. Портативный аппарат искусственной вентиляции легких. Здесь новое стерилизационное оборудование. В новом пункте работают два врача – акушерка и фельдшер. Для поселка с населением в 1000 человек этих специалистов достаточно. Раз в неделю из районной больницы приезжает врач, проводит осмотр, назначает лечение. Весь смысл этой программы, этого мероприятия в том, чтобы каждый пациент, проживающий на территории Новосибирской области, ну, фактически обрел своего лечащего врача. То есть, значит, каждый пациент должен иметь своего участкового фельдшера или, скорее всего, врача участкового или медработника. Затраты на один фельдшерско-акушерский пункт, постройка, оборудование, инфраструктура – около 9 миллионов рублей. За два года в регионе открыли 32 пункта. Еще столько же построят в ближайшее время. Екатерина Широкова, Алексей Зубило. Новости ОТС.